У общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» с библиотекой поселка совхоза имени Ленина давние дружеские связи. Волонтеры и сопредседатели движения здесь частые гости, и всегда они приходят не с пустыми руками. Фонд библиотеки насчитывает почти 9 тысяч книг, и все же интересному пополнению тут рады всегда. Вряд ли кто справляет праздник под названием «День воспоминания любимых книжек», но для сопредседателя движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и депутата Совета депутатов Ленинского округа Марии Гаевской это важный повод посетить библиотеку. Здравствуйте, Людмила Александровна. Здравствуйте, рада вас видеть. Снова, да? Да, наверное, опять с подарками пришли. Конечно, сегодня мы знаем, какой день. День воспоминания любимых книг. Да, поэтому мы пришли не просто так, с подарками. Очень принесли вам новые любимые книги ваших читателей. Да. У нас для взрослого населения «Мои дети» Гюзель Яхина. Ой, это что современная книга. Ой-ой-ой, это такое счастье, хочу вам сказать. У нас еще нет этой книги. И для наших маленьких читателей «От чего и почему» энциклопедия. Я вот полистала, потрясающая энциклопедия. Да, красиво. Вместе с Марией Гаевской библиотеку посетил Сергей Варлеев, представитель компании «Рота Агро», главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина», которая также курирует работу учреждения. Уже в четвертый раз в библиотеку приходит делегация с сюрпризами. На прошлой встрече визитеры подарили заведению специальное издание книги «Мастер Маргарита» Михаила Булгакова. Очень ценная эта книга, очень. Вот вы нам тоже подарили. Сразу обратила внимание, когда зашли, сразу вот она прям как будто на почетном месте стоит. Да, на почетном месте. Вы не поверите, это так знаменательно, это сейчас моя рабочая книга на столе. Общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» также оказывает помощь учреждению в проведении кружков и творческих мероприятий. В настоящий момент читательский абонемент библиотеки поселка совхоза имени Ленина имеют более 2000 местных жителей, 1000 из них – дети.